большой сувенир памятный. This is from the mayor of Magadan, that is a special worker, and this is a souvenir of mine. Американские художники встретились с заместителем мэра областного центра Юрием Казетовым, обсудили фестиваль косторезного искусства, а также побратимские отношения двух городов – Магадана и Анкориджа. В этом году союзу уже 30 лет. Мы надеемся, что на следующий год мы все очень дружно отметим 30-летие городов побратимов Аляски с городами российского Дальнего Востока и вручим премию каждому городу «Серебряный лучник» в области общественных связей. У каждой страны своя культура, свои традиции. Одной из главных целей таких мероприятий, как фестиваль косторезного искусства, является обмен опытом между народами. Гости города поделились своей культурой. Бубен, который они играют, бубен – это тот же самый ритм, как ритм нашего сердца, поэтому они его и держат ближе к сердцу. И когда ребенок родится, он тоже, потому что ребенок, мать, держит ребенка тоже из своего сердца. Когда они танцуют на берегу моря, рядом с водой, то есть они танцуют, когда они танцуют на берегу моря, то есть это их танцы соответствуют вибрации волн, морских волн. То есть, и еще это означает, как бы эти танцы означают приглашение рыбы. То есть это все помогает вот, ловле рыбы. У них свой есть язык, общение с природой, они говорят, конечно, в своих песнях, в движениях и в танцах, это исключительно вот их, то, с чем они родились, то, что им было передано их предками.